Ну что ж, дорогие друзья, наша загрузочка подходит к концу, а я возвращаюсь к вам. Музычка эпичечка, эпичная для бойни. Эффект. Сильное ухудшение обзора. Подождем. Туман мы не будем. Сухая погода. Негативный эффект отсутствует. Ну что ж, давайте начнем. Наши враги, дорогие, даже за это время не умудрились стену построить. Господи, у меня кошка в дверь ударилась. Так, что мы делаем? Конницу мы выдвигаем, наверное, передний план. Сейчас все войска сгруппируем. В принципе, у нас конный отряд один. Собак мы на первый план выделяем. Собак и лучников. Все остальные ребятки пойдут следом. Ну, можно еще конницу на прикрытие поставить. Ну что ж, давайте начнем. Что ж, в первую очередь мы пододвигаем лучников. Делаем им рассеянный строй. А под этот шумок пускаем собак. Господи, в нее демон селился. Смотрите! Наши знамена! Пришло подкрепление! Ага, а вот и наше подкрепление. Правда, далековато, но... Бегом сюда, уродцы. Они должны понять, что сопротивление бесполезно. Враг на подходе. Конницы тоже расширенный строй делаем. Потому что вот эти башенки ненавистные, они все равно... Урон моим войскам да наносит, хоть небольшой. Так, лучники, давайте делайте обстрел. Ну, горящими стрелами, я думаю, смысла здесь нет. Тяжелыми выстрелами, свистящими выстрелами давите этих гадов. Тем временем мы пускаем собачек еще ближе. Конницу подвигаем еще ближе. Основную армию еще ближе. И таким образом у нас выстраивается отличная картина для атаки. Господи боже, вы это слышали? Так, собачки пошли вперед. За ними я пущу конников. Ну, а дальше уже всех остальных. Так, отменяем пока стрельбу нашим войскам, нашим лучникам. А чего мы идем, как я не пойму, на параде? Бегом! Наши собаки там умирают. Riders of Rohan. Ой, какие же вы тупые. Бегом. Знаете, что такое бег вообще? Так, что у нас конницы? Конница наша очень сейчас плохо получает там по заднице, потому что из-за очень умных товарищей, которые пешком идут. Отводим нахрен конницу. Собак у нас все равно уже там не осталось практически. Конница отводится, отводится конница. Конницу мы оставим напоследок на закусь. И начинаем атаковать наших товарищей, друзей. Прашники. Нам сейчас главное захватить и уничтожить эту башню. Поэтому... В атаку! О, как хорошо. Рубите их, ребята! В принципе, сейчас все равно, если наша армия пройдет, даже если мимо, башня все равно захватится и уничтожится. Кстати, да, посмотрим-ка. Вот эти вот ребята вообще клевые. В принципе, как я и думал, да, таких я и хотел нанимать. Потому что все хорошо. Башня уничтожена, друзья. А мы продолжаем двигаться дальше. И, пожалуй, пошлем конницу на этих сраных лучников. Где она, кстати? Я думал, это конница.
Господи, у меня 10 конниц-то осталось. Блин, да ни хрена. А это что такое? Они собирают людей для нового удара. Смотрите, какие наглые ребятки. Ребят, сегодня не ваш день. У нас всего лишь 600 человек в крепости, а нас 1500. Это больше. Так, конюхи, давайте. Резче ехайте. Нам сейчас главное лучников этих отбросить подальше. Как же ненавижу. Люди сломлены и пытаются спастись бегством. Кто? Кто этот даун? Возвращаемся, ребят. Конница не справилась со своим заданием. Поэтому придется нам. В городе вино и бабы. 3 дня гуляем. Так, а тем временем наша вторая армия практически на подходе к городу. Конечно, долговато ее ждать, но делать нечего. Я думаю, мы и без них справимся. Кажется, я начинаю заболевать. Так вот нахрен убить их всех. Как же меня достали. Ну так своих убивать не надо, пожалуйста. Господи, боже мой. Что вы делаете, идиоты? Остальных мы, наверное, посылаем уже наверх. Восславьте богов! Мы на пороге победы! Быстро. Тогда все отлично. Выходим из боя. Завершаем битву. И что ж. 506 человек мы убили из 660. Наши потери 218 человек. Ну, в принципе, приемлемо. Какие умные слова. Несправедливый закон и не закон это вовсе. Блаженный Августин, богослов и философ. 354-430 годы. Годы его жизни, походу. В принципе, изречение это даже к нашему времени можно отнести. К сожалению, такие слова не работают. Что ж, давайте делаем небольшую паузу, пока загрузочка. Я снова с вами, и мы продолжаем играть в Total War Attila. Уничтожили мы этих ненавистных врагов Хаймо Вангабарды. Все, всех порезали. Вот такой вот ошибки я больше не совершу. Так, оккупировать. Да, вот оккупировать вот это вот то, что нужно было. Разграбить, оккупировать, разорить. Оккупировать. Наконец-то. Это моё. Теперь грабим и убиваем.
Что ж, у нас тут остался еще один конь. Ну, пусть сам приходит к нашей деревне, к своей прошлой деревне. Ха-ха-ха. А мы пока рыпаться не будем. Ждем. В принципе, сейчас надо починить. Все, цена ремонта. Цена ремонта, цена ремонта, цена ремонта. Что у них тут было? Священная роща. Дом вождя. Дом резчика по дереву. И селение. Селение мы, наверное, снести выбранное. В принципе, сначала надо все равно починить. А нам нужно нанять войск немножечко. 5 скандинавских топорников. Death in battle! There is no finer ending! Ready for orders! Да, нанять мы уже никого не можем. Прокачать. Можем прокачать нашего полководца. Главный евнух. Разряженный мужеловец. Не знаю, кто это, но ладно. Нет схода. Вы по-прежнему можете назначить губернатора провинции. Губернатора провинции мы поставим, пожалуй, кого? Мул. Нужен человек с неплохим влиянием. В принципе, у них у всех влияние не очень, поэтому ставим кого пострашнее. Так, стоп. Я не назначил. Да. Все, отличненько. Эдикт. Эдикт мы построим, поставим какой? Поселение, стоимость строительства, скорость исследования военных технологий, религиозное влияние германского язычества, общественный порядок. Вот что нам нужно. Конец хода, дорогие друзья. Поздравляю всех с победой. Не знаю, конечно, что будет дальше. А, ну, в принципе, все. Все понятно, что будет дальше. Лангобарды вернулись из похода и идут надирать мне жопу. Численный перевес на ихней стороне, как всегда, но мы находимся в деревне. Это не может не радовать. Летук, он габарды. Вы посмотрите на эту рожу, а? Ну, что могу сказать? Надо сохраниться. Сакса норм начало. Ай, возвращаемся к игре. Ландшафт луга, регион регалия. Чё-то я не понял, шутки. Почему у нас странно как-то такое ощущение, что мы сейчас не в городе будем биться, а хер пойми где. Ну, делать нечего, поэтому придется биться. Я не уверен, сможем ли мы победить. Хотя победим, чё, куда нам деваться. Либо все тут поляжем вместе с сыном нашего Брау Ярова, который сложил голову. Либо же победим наших гневных врагов. Перевес, конечно, у них огромный на ихней стороне. Почти в 2000 рыл. Как же я такое допустил-то, а? В принципе, я понимаю, что я сделал не так. У меня эта армия, она стояла как бы в своем укреплении, поэтому так и вышло. Что ж, Иван, будьте уроком. Битва Регалия, 402 год нашей эры. Переходящий собака не успел прочитать. Ну давай, грузись уже.
посмотрите на это поселение, которое станет нашей могилой для тысячи наших бойцов. Еще музыка такая печальная, вообще замечательно. Музыку надо поэпичнее. Момент. Здесь музыку поэпичнее поставил. Умирать под музыку всегда приятнее. Как? Разве вы не согласитесь со мной? Я не знаю, здесь мне только поможет военная стратегия. Больше ничего. Больше ничего, товарищи, друзья. Где у нас вражеская армия, позвольте спросить? Никто не знает, да? Спасибо. Размещаемый объект. У нас что-то есть, смотрите. Как узнать, откуда они пойдут, а? Чё-то мне кажется оттуда. На всякий случай еще здесь поставим. А они сейчас возьмут и оттуда заглянут. Ну что ж, товарищи, друзья, где эти козлы? Да вы что, блядь, издеваетесь? Я получу подкрепление. Замечательно. Боги защищают нас, сказал командир одного из подразделений. Что ж, вера в богов в такое тяжелое время, это, конечно, хорошо. Но когда перед нами вот такая вот картина открывается, ой, еще и пикинеры. Зашибок вообще. Они бегут, и они готовы убивать за свои родные земли. А что мы? Мы тоже готовы. Что, у нас первые пикинеры идут? Нет, они по-умному идут, собаки. Так, скандинавские разбойники. Скандинавские новобранцы. Так, собак на левый фланг. Один отряд, второй отряд сюда. Один отряд сюда. Другой отряд на левый фланг. Два отряда на правый фланг. Собаки. Где вы, мать вашу? Мухаун, давай. Вперед. Конница зашла первой. Замечательно. Так, посмотрим, что у них. Как они пройдут через эти камушки. Не знаю, больно ли им. А им вообще похер, смотрите. Ребята, сражайтесь. Мы должны... Блядь, сзади зашли еще, ты посмотри. Нам здесь никто не поможет. Если поляжем... Нет, я, конечно, все понимаю, но... Это сейчас «Властелин колец» напоминает. Уже бегут, вы посмотрите. Ох, нет, к сожалению, тут даже музыка не поможет. Ну, гляньте, а. Со всех сторон зашли, когда не успели. Остается надеяться только на выучку моих бойцов. Которые имеют толком.
Вы чего радуетесь, мать вашу, а? Ну, смотрите, обратили бегство один отряд. Прям неожиданно. Ну, в принципе, они все равно сейчас вернутся. Полководца убили. Зашибись. Так, ребята. Если они побежали, продолжайте натиск. Продолжайте. Так, уходим. Там пикинеры. А теперь в жопу ударяем. Отлично. Так. Ведь все равно не надейтесь, шансов нет. Какой хер тут ползет? Волгалу все отправимся сегодня. За Одина! Да хера вы радуетесь, я не пойму, вы посмотрите, там армада идет какая. Позиции занять. Блять, лучники. Отходим вглубь укрепления. Рассеянный строй. Всем рассеянный строй. Мы даже, смотрите, мы даже пикинеров победили. А, сука, вы посмотрите, какие твари стоят и режут наших. Давай бегом напрямую. Вперед, ребята! За Одина! Только боги помогут нам выжить в этой мясорубке. Назад, все в крепость возвращаемся. Готовимся к атаке. Сейчас зайдут уже. Ну и зашли. Давайте, братцы, держитесь, братцы, кроме ваших навыков, никто вам не поможет в этой бойне выше. Лицами. Это сейчас отличная идея, бежать от врага. Назад, ребята, отходим и перегруппировываемся. Я не знаю, что тут можно сделать. Попробуем их топорами закидать. Перегруппироваться. Теперь в атаку с новыми силами, вперед. Неистовство. Наши люди бегут, спасая свою шкуру. Бегом. Не, ну ребята, ну вы что? Убейте хотя бы побольше. Просто задумайтесь. Сотни лет назад наши предки рубились тысячами просто на поле боя. Это вам не современные войны. Раньше побеждала лишь храбрость. Наши воины бегут с поля боя. Наши праотцы брали в руки топоры и мечи. Просто ужас. Я не знаю, насколько нужно быть храбрым человеком, чтобы участвовать в таких войнах. Ну, потому что это... Я не знаю. Это ужасно, на самом деле. Давайте. Собаки, где у нас? Сейчас
думаю, башню еще захватит вообще весь мир. Давай, 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 рубите пикинеров этих мазанных. Паканых. Порубите их как можно больше. Братцы, нельзя отступать, нельзя. Сейчас вообще не время отступать. Я вас умоляю, держитесь. Вы, блядь, мужики или кто? Германский отряд, это не наши. Держитесь, братья! Гляньте, мы победили. Мы побеждаем, братцы, давайте! За Одина, за предков! Давай, руби этих мудососов. Так, главное сейчас не радоваться раньше времени, не выводить войска из крепости. У нас даже боевые псы остались. Ушлепки бегут. Факне. Люди со всех сторон нас режут. Так, проверим башни. Это наша... Собраться, собраться, давай, братцы, давайте, давайте, собираемся. Отряд выходит из боя! Сука. Собаки. Мать вашу. Есть шансы, братцы, давайте. Сейчас половина, конечно, из этих козлов вернется в бой. Бьемся, несмотря на потери. Давайте, братцы. Я не знаю, выводить войска, не выводить. Собак все равно там уже ничего не осталось. Хотя, ну, еще берутся. Выпустить зверей. Ладно. Я не знаю, я не знаю, я не знаю. Надо ждать еще, еще, еще. Жди, Иван, жди. Нет, рано. Чем больше ты ждешь, тем больше шансов у нас окрести потом. Разделяем армию и ведем на два, на две стороны сразу. Давайте, братцы. Есть! Победа! Да, дорогие победа! Друзья, я сделал это. Я сделал это. Иван суперстратег. Ладно. Не радуйся раньше времени. Финальное построение. Вы не просто воины, вы герои, понимаете? Вы сейчас своим подвигом отомстили за все те жертвы, которые мы понесли за эти годы. Молодцы, товарищи. Так, ну что ж, дорогие друзья, на этой отличной и радостной вести я уже закончу вторую серию прохождения глобальной кампании в Total War Attila. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на каналчик, пишите ваши пожелания и комментарии под видео. Ну что ж, всем спасибо, всем пока.